Фотография — это приключение, не бойтесь его. Здесь нет пленки, нам ничего не нужно экономить. И самое главное, попробуйте с камерой все, что хотите, как угодно. И тогда почувствуйте отдачу. Не снимайте в авторежиме. То есть навсегда исключите из своего фотографического арсенала зеленый квадратик. Экспериментируйте с выдержкой, с диафрагмой, с фокусным расстоянием, с ISO и со всем тем, что найдете в настройках вашего фотоаппарата. Первое, что нам нужно сделать, нам нужно найти какой-нибудь хороший фон. Это убирание листвы и деревьев, торчащих из головы человека. Вот смотрите, тот же кадр, только я передвинулся чуть-чуть левее, и получилось так, что из-за головы ничего не вылезает. Давайте сменим фокусное расстояние. Так, чтобы чуть-чуть крупнее взять человека, мы выбрали нормальный фон, мы убрали деревья из-за головы, мы изменили фокусное расстояние и сдвинули объект чуть-чуть направо. Эти снимки я делал так, как сделали бы 99% начинающих фотографов. Я снимал стоя и с уровня глаз. Снимайте детей с их уровня. Не ленитесь встать на корточки или на колени. Итак, я хочу отделить ребенка от фона. Для этого включаю режим АВ или А. И открываю диафрагму пошире. В моем случае это F4. И присев на корточки, получаю вот такие более интересные фотографии. Люди оставляют перед снимаемым объектом очень много места. Наверное, нужно кадрировать более крупно, чтобы у нас получился своеобразный поясной портрет. Помните о руках. Эксперименты, конечно, хороши, но в меру. Слышали такое выражение? Завален горизонт. Так вот, все в ваших руках. Выравниваемся и не заваливаем горизонт. Смысл съемки классического пейзажа, чтобы как можно больше пространства в кадре оказалось резким. На открытой диафрагме это недостижимо. Поэтому прикройте диафрагму минимум до значения F7.1. Помните, что человеческое лицо снизу, сверху, сбоку выглядит совсем не так, как на самом деле. Хотя, честно говоря, здесь нет никакого на самом деле, потому что все зависит от ракурса. А ракурс как раз таки находится в ваших собственных руках. И помните, если вы не хотите сделать уж совсем карикатурный портрет, то не снимайте снизу, это мало вам подходит. Мусор! Уберите его и следите, чтобы в кадре не было ничего лишнего. Себя в разных жанрах, в разных сферах, в разных стилях. Тогда будет огромная вероятность, что вы, скорее всего, найдете себя и найдете то, что у вас будет получаться гораздо лучше. Найдите ваш стиль.